на первом международном музыкальном форуме этнической музыки «Мусафир». И перед вами мой друг, музыкант и его проект Марат Татурас, его проект «Хауа», город Уфа. Да, добрый вечер, друзья. Спасибо, Юрий, за такое великолепное представление. На самом деле, сейчас мы все чуть отдохнем, прогуляемся по местам нашей любимой родины, по красотам ее, посозерцаем. Наш проект несет по всему миру, по всей стране красоту, спокойствие, умиротворение, гармонию, любовь. И красота сегодня вместе с нами – это сестры Зилия и Юлия Бахтиевы, которые вчера выступали в проекте «Хандухас». Сегодня мы как хауа. Yeah.
большое. Ну вот можно всегда найти минутку, чтобы расслабиться, подумать о чем-то хорошем, спокойном. Не обязательно быть в ритме мегаполиса, все же оказаться через музыку, через вибрации, в каких-то высоких частотах, помедитировать, услышать себя, посмотреть вокруг, посмотреть на ближнего. И мне кажется, в эти моменты открывается что-то такое сокровенное внутри. И вот следующая композиция, она была написана на реке Зелим. И сестры Бахтиевы подарили этой композиции текст своей родовой песни «Алмардын Гилмирда». Это когда мать играет со своим ребенком. Вот, в общем, такая игралочка-считалочка.
хорошее настроение.